И сейчас, с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить, отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент. Ведь наше государство объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.